Добрый день, дорогие друзья, уважаемый Игорь Михайлович. Я, правда, очень рада, что есть возможность в этот день вместе с вами присутствовать на открытии Тверского императорского, как его называли еще, Лучевого дворца. И я хочу сказать, что это большое событие не только для жителей Тверской области. Это событие для России. Это событие для всех, кому дороги наша история и наша культура. В этих стенах, как уже было сказано, как-то отчетливо ощущаешь, что Тверь с ее богатым наследием относится к числу городов, где непосредственно вершилась история. Я рад, что несмотря на экономические финансовые трудности, несмотря на кризисы, санкции, мы возрождаем наше историческое, архитектурное, культурное наследие. Мы восстанавливаем наши храмы, мы восстанавливаем то уникальное культурное, архитектурное наследие, которое осталось нам от наших предшествующих поколений. И в этом глубочайший символ. Это очень важно, чтобы мы не стали манкуртами, не помнящими родства. Это крайне важно, что мы вернулись к своим истокам, мы вернулись к возрождению наших духовных и культурных традиций. И пример тому, и этот новый, обновленный, восстановленный в своем подлинном виде дворец. В судьбе этого дворца, словно в зеркале, отразилась, наверное, вся жизнь России за 2,5 столетия. Здание не раз перестраивалось, расширялось, в итоге превратилось в один из прекрасных архитектурных ансамблей. Над его внешним обликом, архитектурой, внутренним убранством трудились легендарные мастера, прославившие себя работами в Санкт-Петербурге, Москве, в других городах России. И собранная во дворце коллекция предметов искусства позволило уже к концу XIX века создать великолепный музей, широко известный в то время как в России, так и за рубежом. К сожалению, в начале прошлого века, во время драматических революционных событий, и музей, и сам дворец сильно пострадали. Большая часть коллекции была безвозвратно утеряна. Снесены соборные колокольни, а затем и кафедральный собор перед дворцом. И вот мы сейчас подъезжали, и Игорь Михайлович мне сказал, вы знаете, вот как-то даже на душе стало радостно, что дошли руки и до этого, дошли руки до восстановления этого замечательного кафедрального собора, который был такой, ну, душой, что ли, города. Во время Великой Отечественной войны, как известно, дворец тоже очень серьезно восстановился. Ваша работа поистине достойна восхищения. Мы с ректором вспоминали, как где-то в 2000-х годах, когда я была вице-премьером, я посещала этот, ну вот, с кровью в сердце, когда дворец, когда мы видели эту полную разруху. И за исторически непродолжительное время, за 5 последних лет, этот дворец обрел новую жизнь, новое дыхание. Спасибо всем, кто приложил свои усилия, вложил свою душу. И я рада, что второе мое посещение кардинально отличается от того, что было раньше. Я хочу сказать искренние слова благодарности. Был будущий послеписец Иван Андреевич Крылов. Ему тогда было около 10 лет, и для того, чтобы лучше разглядеть Екатерину, он даже залез на дерево. Неизменно приходил в Спасо-Преображенский собор император Александр I. Невозможно не восхищаться тем
результатом реставрации и восстановления такого уникального памятника истории, культуры, архитектуры России. Дворец, который пережил столько несчастий, сегодня восстановлен во всей своей красе, в том виде, в котором он был в начале 20 века. За этим огромный труд реставраторов, искусствоведов, музейщиков, потрясающего директора музея Татьяны Савны, огромного количества людей, которые так хотели этого возрождения. И я вот абсолютно не для пафоса говорю, что если бы в тех сложных условиях, которые есть, мы восстанавливаем так бережно, с такой любовью свое историческое наследие культурное, мы великая нация. Это возрождает наши духовные, культурные традиции, возвращает нас к истокам. Хочу поблагодарить руководство области, губернатора Игоря Михайловича Рудейко, предшественников его, которые выделили этот проект как приоритетный. Его так ждали жители Тверской области. Это украшение, это изюмина. В этом дворце действительно творилась история нашего великого государства. И очень приятно, что теперь дети, школьники будут посещать этот дворец каждый день, знакомиться с искусством, знакомиться с историей своего края через этот великолепный дворец, который видел столь много великих людей от государей и других, столь много видел здесь событий. Вот эти стены намолены, они сохранены, намолены историей.